Вітаю з вами, обозреватель Лайф, в студії Андрій Глухенький. У нас гостях сьогодні пан Андрій Сенченко, член координаційної ради громадської правозахисної організації «Всеукраїнський рух Сила права». Доброго дня, пане Андрію. Так, хотілося б поговорити сьогодні про судові рішення стосовно України, стосовно російської агресії, стосовно того, які наслідки і результати варто чекати від того, що зараз відбувається. Нещодавно Європейський суд з прав людини визнав, що прийняв, скажімо так, рішення, яке свідчить про те, що Україна не відповідає за те, що відбувається на окупованих територіях. Таким чином, він, по суті, визнає те, що ці території не підконтрольні Україні. І це можна говорити, що вже етап на шляху визнання, юридичного визнання міжнародного окупації, яка зараз перебуває на територіях. На ваш погляд, наскільки важливим це рішення зараз буде, які наслідки будуть подальші юридичні за цим рішенням слідувати? Ні, це, безусловно, важливе рішення, але я хотів би вот все-таки как-то убрать путаницу из вот этой темы юридического признания факта оккупации этой территории. Дело в том, что все эти вопросы давно урегулированы, и они урегулированы двумя международными конвенциями, действующими конвенциями. Это конвенция 1907 года, которая регулирует правила обычая ведения сухопутной войны, и конвенция 1949 года, посвященная правам человека, ООНовская конвенция. И в той и в этой конвенции четко записано, что есть так называемые признаки эффективного контроля территории одной страны другой страной. Что, ну, этот немножко термин, может быть, неудачный, в свое время был придуман, потому что он такой имеет положительный оттенок, слово «эффективный», но так называемого, я говорю, эффективного контроля. Что относится к признакам эффективного контроля? Ну, вот, например, применительно к нашему Донбассу. Там сегодня на оккупированной территории рублевая зона. Это признак эффективного контроля. В школах учебники, напечатанные на территории государства-агрессора, это признак эффективного контроля. В органах власти, вот этих, так сказать, псевдоорганов власти, этих так называемых ЛНР и ДНР, находятся кураторы от российских властных структур и спецслужб. Это признаки эффективного контроля. И таких признаков там десятки, десятки и десятки. И как раз вот эти две международные конвенции, которые я упомянул, они подразумевают, что если доказывается наличие признаков эффективного контроля, то это приравнивает эту территорию к статусу оккупированной территории. И для того, чтобы утверждать, что эта территория оккупирована, не требуется согласие государства-оккупанта. Требуется доказательство наличия признаков эффективного контроля. Для того, чтобы утверждать, что территория Донбасса не требуется некого оккупирована, не требуется некого там политического акта на уровне, допустим, ну не знаю, там Генассамблеи ООН. То есть это хорошо, когда такие органы внятно артикулируют, что же происходит на нашей территории, то, что спровоцировала Российская Федерация, и то, что осуществляет. То есть нам важны эти оценки, но в юридическом плане у нас и так все уже доказано. Но у нас есть на сегодня около сотни решений украинских судов, которые на основе неопровержимых доказательств установили юридический факт того, что конкретные украинские граждане пострадали в результате российской вооруженной агрессии и оккупации части нашей территории в Крыму и на Донбассе. Это решение, они имеют абсолютно четкую временную, географическую привязку. Это полноценные документы. Как раз все эти суды выносили решение, опираясь на нормы международных конвенций. Соответственно, Европейский суд по правам человека, по тому иску, который он рассматривал, он тоже сделал точно такой же вывод, как и украинские суды. Поэтому это может быть, ну, кому это, так сказать, необходимо для внутренней уверенности, это означает, что украинские суды действовали абсолютно корректно и правильно. Чи можна говорити, що на підставі певних судових рішень буде стягнута відповідальність Російської Федерації, скажімо так? Ну, безусловно, по крайней мере, те судебные процессы, которые мы инициируем вместе с пострадавшими украинскими гражданами, мы это организация «Сила права», они, безусловно, нацелены на несколько вещей. То есть, первое, это помочь пострадавшим украинским гражданам получить компенсацию ущерба, нанесенного российской вооруженной агрессией и оккупацией части территории нашей страны. Вторая цель – это финансово наказать государство-агрессор,
за эту агрессию, за все эти беды, которые они принесли на нашу землю. И третья цель этих усилий – это зафиксировать в судебных решениях факты и доказательства российской агрессии, оккупации, эффективного контроля над частью нашей территории, военных преступлений, нарушений прав человека и так далее. Мы это делаем. Скажімо так, для певні рішення приймаються, накопичується певний багаж того, що Росія визнається по ряду факторів винуватцем і повинна нести таку і таку відповідальність. Але для відповідальності потрібні ще додаткові умови. Ну тобто, якщо після військових дій там війна терпить поразку і вже виплачує певні репарації, там компенсації і так далі. А коли можна очікувати, які умови для цього потрібні, і часові рамки, на ваш погляд, які потрібні для того, щоб Росію притягти до відповідальності вже по рішенням, які прийняті зараз, або будуть прийняті. То, о чому ви сказали, це немножко другое по природі своєї, виплати. Це коли ми говоримо по результатам цих судебних процесів, можу сказати, що ми йдемо послідовно, так поступательно, вначале встановлюється юридичний факт того, що конкретний гражданин пострадав, і на цьому етапі ще немає ніякого там спору о праві або якихось матеріальних претензій. Устанавливается факт, имеющий юридическое значение. После этого гражданин по-разному может использовать это решение, но мы помогаем пострадавшим провести расчет ущерба, опираясь опять на практику Европейского суда по правам человека. А эта практика применительно к военным конфликтам, она есть, и есть уже какие-то устоявшиеся цифры. И дальше, после того, как проведен расчет ущерба, граждане с нашей помощью обращаются в суд с исковым заявлением против Российской Федерации. То есть второй этап – нужно получить решение суда, определяющего, так сказать, сумму, которую должна компенсировать пострадавшему гражданину Российской Федерации как ответчик. Вот как только гражданин с нашей помощью получает положительное судебное решение, и оно вступает в законную силу, то возникает вопрос, как его исполнять. И в этом смысле это не просто, потому что Российская Федерация игнорирует не только решения украинских судов, она игнорирует любые решения, принятые за пределами ее территории, не признает верховенство международного права над национальным законодательством. Наверное, в Европе или на нашем континенте это единственная страна, которая таким образом себя ведет. Но мы не рассчитываем на добрую волю агрессоров в смысле исполнения судебных решений. Поэтому, вот, например, наша организация по иску вынужденной переселенки впервые год назад, уже чуть больше, арестовала 3 миллиарда долларов российского кредита. Это тот самый вот кредит Януковича, как говорят в народе. Эти средства параллельно являются предметом спора между Украиной и Россией в лондонском суде. Сейчас этап апелляции, потому что первую инстанцию наша страна как государство проиграла. Апелляцию будут рассматривать в третьей декаде января. Но, дай бог, конечно, но мой прогноз неутешительный. Мой прогноз неутешительный, потому что для нашей страны, потому что никто не хочет в мире создавать прецеденты, когда одна страна, не находясь в состоянии войны с другой, не возвращает долги. А вот тут мы как раз касаемся такой очень горячей для нас темы, это неадекватные оценки со стороны украинской власти, происходящих в нашей стране событий. И поскольку мы сами здесь не признали факт войны, то, соответственно, лондонский суд на себя это точно брать не собирается. Мой прогноз, что, к большому сожалению, наша страна тут процесс проиграет. Но это спор между государствами. В нашем случае мы от имени граждан и в их интересах отсудили средства из этого кредита и наложили арест как на кредит в целом, так на всю сумму, так и по ряду исков наложили арест на сумму, эквивалентную сумме исковых требований. И, на мой взгляд, эти средства могут быть доступны для выплаты гражданам к концу 2018 года. То есть уже найближчим часом, фактически. Достаточно. Применительно к такого рода судебным процессам это очень быстро. Власне, хотілося б розпочати, а в другій половині ефіру ми поговоримо. Ось ви сказали про невизнання, скажімо так, війни нашою стороною офіційною державою, факту війни, я маю на увазі юридичного, з одного боку. Які кроки в цьому напрямку Україна повинна зробити для того, щоб це було встановлено, визнано на державному рівні? Ви знаєте, всі ці шаги, вони абсолютно чітко прописані і регламентовані українськими законами і Конституцією.
И проблема непризнания сейчас этого факта как раз и заключается в том, что наша власть, в первую очередь президент Порошенко, который должен был предпринять определенные действия в соответствии с украинским законодательством, став президентом, он этого не сделал тогда. И сейчас начать по прошествии 3 лет исправлять свои ошибки для него, может быть, как это ему кажется, политически сложно. А с другой стороны, для него это юридически сложно, потому что впереди маячит ответственность за неисполнение украинских законов. Я, в частности, имею в виду закон Украины об обороне. И в этом законе есть статья 1, которая дает 6 признаков вооруженной агрессии, иностранной вооруженной агрессии по отношению к Украине. У нас налицо 5 из 6 признаков, ну, 6-й это если бы на нас Антанта напала. А так, так сказать, подтверждены 5 признаков. И вот эта статья предусматривает, что если есть подтверждение наличия хотя бы 1 признака из 6, то это уже является подтверждением факта вооруженной агрессии другого государства против Украины. И в этом случае начинает работать статья 4 закона об обороне, которая гласит о том, что в этом случае президент вводит военное положение или на всей территории страны, или на ее части, в зависимости, так сказать, от необходимости. То, что президент Порошенко это не сделал, это прямое нарушение украинского закона с его стороны. Это прямое нарушение, которое повлекло очень тяжелые последствия и в смысле дезорганизации обороны страны, и во многих других смыслах, в том числе в юридическом смысле с точки зрения возможностей украинских граждан предъявлять претензии в связи с ущербом, который им нанесен. Что я имею в виду? Пане Андрію, да. У нас невеличка перерва, хронометраж, потім ми повертаємось до цього питання. Зараз пильнуйте нас, залишайтесь з нами в ефірі.